Три года назад не стало протоиерея Владимира Ганина. Более полувека он был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. По этому случаю в церкви, где он служил, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершили литургию. Почтить память о протоиерее Владимире Ганине в Жилинский храм Успения Пресвятой Богородицы в основном пришли те, кто лично знал настоятеля. Спустя годы прихожане вспоминают о нем как о добром пастыре, умеющем одним словом направить на благое дело. Написала пасхальное яйцо, я еще тогда рисовать-то не умела. Он так расхвалил, вот и я стала заниматься иконой все и реставрацией. В общем, он мне дал новую путевку в жизнь. Молился за меня, я все время работала. Иногда говорил, ну, отдохни, ладно, немножко отдохни. В храм в Жилино отца Владимира перевели из Звенигорода в 1967 году. Быть священником в 20 веке – испытание. Атеизм среди населения и гонение на церковь советской властью. Запреты и стеснения не лишили пастыря духовного попечения своей паствы. В храме Успения Пресвятой Богородицы отец Владимир служил больше полувека. За это время он привил любовь к вере тысячам прихожан. Сколько я помню, здесь храм всегда был заполнен. Шли и в храм, но и шли просто послушать, пообщаться с отцом Владимиром. Очень многое зависит от человека, все делает человек. И вот если человек к себе располагает, если он открыт, если он по целому ряду вопросов глубок, то к нему тянутся, с ним общаются. Сразу после литургии на могиле протоиерея Владимира Ганина митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил панихиду. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.